Сколько ты уже в одиночке? 10 дней. Тебе плохо? Без еды и воды. Сестра. Ничего, я выдержу. Зачем они разместили нас рядом? Хотят меня расколоть. Сперва пусть убьют меня. Нет, Хадир. Ты нужен мне живым. Смотри. Я украл ключ. От чего? Мы это выясним. Вот, возьми. Лови. Есть. Отлично. Спрячь его. Генерал Барков идет. Он знает о сообщениях. Знает ли он, что ты Карим? Разберемся. Гляньте, воссоединение семьи. Как мило. Что, хватит? Так скажи правду. Ведите его на склад. Пусть заговорит. Это я сам займусь. Двери. Руки от нее убери, больной урод! Надеюсь, вы хорошо пообщались с братом. Не факт, что еще увидитесь. Заткнись и иди в угол. В угол, пара, живо! Не смотри на меня, Фара. Отвернись, я сказал. Если хочешь убежать, скоро ты об этом забудешь. Смотри на меня. Как же жарко в этой богом забытой дыре. Ты, наверное, хочешь пить? Хочешь? А все. Принесу тебе воды. Двери! За мной. Сейчас тебя напою. Сюда. На стул, Фара. Тебе не сбежать, Фара. Никто тебя не спасет. Здесь командую я. Я могу сделать твою жизнь гораздо, гораздо проще. Ну, расскажи мне о Кариме и неотправленных сообщениях. Карим мертв. Хватит защищать его. Себя защищай. Я был с тобой терпелив. Теперь все. Не теряй сознание, увидишь брата в последний раз. Он даст тебе попить. Старайся дышать. Отлично! Вот молодец! Да ты прямо молодец! Хорошо, пока хватит. Ты сильная, Фара. Держись, увидишь Хадира. Еще раз. Кто такой Карим? Иди в жопу. Следи за языком. Заводи! Я нашел одну из твоих сестер. Я ничего не сказала. Все хорошо, Азаде. Тихо! Ее жизнь в твоих руках, Фара. Продержишься, она выживет. Отключишься, умрет. Еще раз! На этот раз все
будет сложнее. Не туда! Не туда, Фара! Не в ту сторону, Фара! А ты хороша! Не двигайся! Трудно дышать, Фара! Головой двигать пытаешься? Воздух нужен, Фара! Все, хватит! Поздравляю, Фара, ты спасла ей жизнь. Теперь скажи правду. Или она умрет. Я сделала, как ты сказал. Эй, я сказал правду. Что за Карим? Нет никакого Карима. Я дал тебе шанс спасти жизнь. Сейчас покажу, как ее. Нет, она не опасна. Нет, пожалуйста, нет! Уберите это. Да чего ты меня довела? Ты должна быть голодна, Фара. Поешь? Поговорим. Ну же. Ты думаешь, это игра? А? И ты можешь выиграть? Игры кончились. Твой брат украл у меня ключ. Где он? Ты ключ потерял? Один пропал. Но есть другие. А что он открывает? Умный себя считаешь. Карим. Да, я знаю. Давно знаю. Где ключ, который украл твой брат? Он у меня. Я точно знаю. Все это время ты его прятала. Эта страна – настоящий рассадник терроризма. Я пришел, чтобы нести закон и порядок. И ни один террорист не причинит зла моей стране. Я защищу Россию. Тихо. Что, черт возьми, происходит? Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его дотла! Ты не спасла своих людей, Фара Карим. Ты их убила. Вертолет мне, быстро! Бою мне, бою! Сидят свободно, не туго. Нужен инструмент. Ложка. Идеально. Хорошая заточечка. Да. Отлично. Камни. Можно поставить стул, чтобы залезть туда. Здесь не выбраться. А, не подходит. Надо попасть туда. Надо добраться до лестницы. Найти Хадира. Ах,
эту тарку из подвала. Быстрее. Потом заберем других наверху. Это еще что? Какое-то движение. Крысы. Это место просто помойка. Тихо. Марков тебя убьет! Эй, ты там? Где ты? Опять на работе спишь? Найди девчонку! Ты меня слышишь? Черт! Она что, достала тебя? Вот черт! Если ты там, то учти, что выход один. И меня ты не пройдешь. Лучше сразу сдавайся. Чего? Может, лучше ты? Как они нас... Я иду, сестры. Ты сбежала! Спасибо, сестра! Фара, идем! Оружие здесь! Спасибо, Хадир. Барков убил Тамазаде? Да, убьем его. Охранники возвращаются. Скорей, устроим засаду. Как? Целься и стреляй, пока не упадут, как мы и говорили. Барков запер остальных на складе. Скорей туда, пока они еще живы. Убить их всех! Вы все молодцы! Очень храбрые! И ты тоже! Остальных со склада, пока еще не поздно. За мной, сестры! На склад! Скорей! Смотри! На вышке! Там снайпер! Он защищает склад! Там держит клетку! Сюда, скорей!
Прощайся с миром, сестра. Командир Карим. Это я, Карим. Сообщения дошли. Лейтенант Джон Прайс. Где остальные? Там. Впереди. Будь рядом. Ну, пошли. Все чисто. Да. Заперто. Давай. Кадир. Сильнее. Кадир. Сестра. Кадир, все хорошо. Они здесь. Мы справились. Ты справилась. Переведи дух. Собери выживших и припасы. Мы уходим. Идите на север, не по шоссе. Браво 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фара. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат, начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Браво 6, взлет через 2 минуты. Двадцать лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джон. А помогла ему Аль-Катала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монетой. Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только местное. Я разберусь.
Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Алькатала. Подъезжай, пожалуйста. Следи. Хороший место. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в шопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцом, Ник. Экспансивный 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Спрячь пока. Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Покажи им. Отлично. Николай, прибраться бы. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам живым. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет, вот мы донесем вижу его истину до за столом тех, кто сует нос не в свое дело. Это возмездие. Сегодня боль и страдания познаем не мы, а они. И отдельное спасибо нашему новому солдату. Новому солдату. Чья воля сильна. Хадир. Он настоящая находка. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет... Мясник убегает! Убейте их! Чисто! Все чисто! За ним! Давайте! Открываю! Да, Хтулей будет. Не дай ему сбежать! Готов! Дверь на улицу открыта! Понял, я вас отслеживаю. По выстрелам, разумеется. Следи дальше, конец связи! Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Понял! Кайл, стреляй осторожно! Я не понял! Они умрут из-за тебя. Сержант? Я жив, сэр! Цель уходит к реке! Сержант, мясник уходит по мосту! Танзак, впереди! Машина! Черт! У них РПГ! Чисто!
убегает! За ним! Вот нажми! Он Подкрепление! Откуда же они берутся? Осторожно, молодой! Он уходит! Найди проход! Он бежит к реке! Эрик! Сением особо не побегаешь. Просто царапина. Машину! Вы кто? Мне же надо знать, куда отправлять ваши головы! Нахер эти говна кусок! Так, у нас проблема. Что? Движок ошаливает. Ну так успокой его! Прикрывай нас, стреляй! Твоей русской. Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов. Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Эй, спокойно, ты сраный придурок! Надо расколоть этого гада. Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Сыворотка правды. Пожалуйста, это отпустите козы. Нас! Мы ничего не знаем! Возможно, мясник передумает. Мама, что случилось? Все хорошо, сын. Не делайте моему сыну больно. Мы сделаем все, что вы скажете. Мама, не бойся. Ты у меня храбра. Куда мы идем, мама? Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать. То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься? Останусь, сэр. Отлично. Отдай. Нет, пожалуйста, нет. Уса. Амон. Осторожнее с ними, сука, ты сын! Полную силу хотел? Смотри. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему несложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас. Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Эй, нет! Прошу вас, мы с этим никак не связаны, честное слово. Эй, послушай, хватит, они совсем ни при чем. Остановись! Как и мальчик из посольства. Послушайте, не надо.
Прошу, не трогайте их. Сержант, капитан, не надо, им нечего вам сказать. Где Хадир и Газ, я спрашиваю? Вам ничего не исправить, ничего. Что должно случиться, случится. Вот, хороший мальчик. Что за черт? Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так, последний шанс, где Газ? Не трогай его, послушай! Нет, пожалуйста! Ладно, ладно, слушай! Кировский театр! Нет, это правда, клянусь, правда! Газ там, в Кировском театре, клянусь тебе! Где Хадир? Свежая кровь! Вы его уже не остановите. Идите, сержант, спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Мы все, у тебя минута, мы уходим! Россия и Запад начнут воевать. Это сержант. Да. В меня стреляй. Нет! Николай, Газ в Кировском театре. Забирай, выходи на связь, как обычно. Сойдет. Карета подана, она вывезет вас из города. Хадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Гэрик, сюда, прикрывай нас. Грань между добром и злом очень тонка. Один, входим! Всем стоять! Не двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет. Босс. Хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки. А мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Баркова. Поиска. Команда Хадира. Еще ищет. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока он не начал третью мировую в подвале у Баркова. Будь рядом.